исторический день. Мы подписали соглашение о приобретении «Газпромом» 100% акций «Кыргызгаза». И это предприятие вливается в большую дружную семью компаний «Газпрома». «Газпром» – компания номер один, газовая в мире, один из лидеров мирового энергетического рынка. И «Кыргызгаз» становится частью этой большой, мощной компании. Хочу сказать, что новое название компании – это «Газпром Кыргызстан». И мы сегодня на встрече с президентом Кыргызстана обсудили цели и задачи, которые мы ставим перед компанией. В первую очередь я хочу сказать, что цель, которая стоит совместно перед нами, обязательства, которые на себя берет «Газпром», это надежная, бесперебойная поставка газа всем потребителям в Кыргызстане. И самое главное, это, конечно же, обеспечение поставок газа по более низким, по более комфортным для потребителям ценам.